Скажи, почему же не получилось все-таки удержать преимущество, которое вы долгое время вели в счете, ну, ничья потом была? Ну, поначалу успевали за ней, за игроками Союза, все шло по тактике, по, ну, как вот планировали. Получалось, они ничего не могли сделать, а потом, видимо, усталость, потеря концентрации. И пропустили, они вышли вперед, мы побежали отыгрываться, и, ну, и дальше они забили еще нам. Вот вы досрочно вышли из группы. Какой сегодня стимул был вот, бороться? Ну, во-первых, за первое место, а во-вторых, за наше имя, потому что нас что-то ни во что не ставят. В третьи корзины засовывают и так далее. При том, что мы в прошлом году тоже на кубке вышли в плей-офф, играли. Ну, не знаю, организаторам виднее. Вот хотели показать, что это не случайно, что мы, ну, не просто случайно обыграли энергию и крылья не вы. Вот. Как тебе вот команда соперника? Знал же, Союз смотрел их игры? Что еще раз? Как тебе команда соперника? Видел же Союз наверняка уже? Ну, конечно, мы с Союзом играли и в первой лиге, и товарищеские матчи. Знаем их тактику, их стиль игры. Ну, Союз — это Союз, на паркете им мало равных. Я думаю, они одни из фаворитов на медали. Вот. Тяжело с ними было очень. Ну, а как считаешь, сказалось ли, ну, на Союзе сильно, что у них Пендеев ушел в другую команду, Прилук? Ну, конечно, сказалось, потому что у них это был такой наконечник атаки, который пробивал ворота со всех позиций. Ну, они как команда сами по себе сильная, он дополнял их и умножал их игру. Вот. Конечно, с ним они были бы гораздо сильнее. И последний вопрос. Вот есть какие-нибудь пожелания по соперникам в плей-офф? Да нет, особых нету. Задачу минимум мы выполнили, вышли из группы. Ну, честно говоря, без разницы, с кем играть. С Ильясом можно было бы сыграть, из Велингарда он нас скинул. Вот отомстить ему. С Ромашкой еще хочется. Хорошая команда. Ну и Полярка тоже вышла. Все, спасибо.